Несколько лет назад в России появился экологический праздник «Синичкин день». Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября, в день памяти священномученика Зиновия Синичника. По народным приметам, к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, прилетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. В этот день люди готовятся к встрече птиц, остающихся на зимовку в наших краях, и заготавливают для них подкормку, в том числе и синичкины лакомства. Не соленое сало, не жареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса. «Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной», говорят на Руси. Ну а мы, сотрудники библиотеки, приглашаем вас на очередной мастер-класс. Сегодня мы из пряжи сделаем главную героиню торжества – птичку Синичку. Для работы нам понадобится пряжа серого цвета, голубого, желтого, черного, белого, шаблон из плотного картона 9 на 12 размеров, ножницы, суперклей, семечки для клюва и бусинки для глаз. Для начала возьмем пряжу голубого цвета и намотаем на длинную сторону картона. Затем возьмем желтую пряжу и намотаем рядом с голубой. Затем разрежем посередине. Теперь серую и черную вместе соединив, наматываем на узкую часть картона. Разрезаем также посередине. Белую пряжу мы намотаем на два пальчика. Теперь серую и черную пряжу связываем посередине. Теперь кладем перед собой пряжу голубого цвета, на нее крест-накрест выкладываем желтую пряжу, сверху укладываем белую, белую и желтую пряжу связываем посередине между собой. Голубую пряжу сгибаем пополам. Вместе с белой пряжей
пряжу вместе с белой привязываем ниткой. Таким образом. Лишнюю белую пряжу мы обрежем, чтобы она нам не мешала. Теперь связываем желтую пряжу. Теперь берем пряжу черную с серым, кладем ее под желтую пряжу. Из простого листка бумаги нужно сделать вот такой вот маленький шарик. Аккуратненько прячем под голубую пряжу. С боков закрывая серой. Перевязываем крылышки наши посередине. Теперь лишнюю пряжу мы срезаем ножницами. Такая пташка получилась. Теперь приступаем к формированию наших глазок и клювик. Для этого мы берем уже заготовленные заранее бусики и семечку. Вот что у нас получилось.